В рамках проекта «Улица Победы» в 83 регионах страны ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Не стал исключением и Тамбов. В нормативное состояние приведут улицу, носящую имя нашего земляка, писателя, военного корреспондента Николая Евгеньевича Вирты. Ремонт пройдет по всей улице, а это более 3,5 километров. Здесь заменят 25 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части и 8 тысяч квадратных метров тротуара. Стартовали работы 23 мая. За выходные уже сняли старый асфальт и подготовили поверхность к укладке выравнивающего слоя. Занимается всем опытный подрядчик – Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна. Помимо дирекции городских дорог, качество ремонта контролируют на многих других уровнях. Нас еще также проверяют и федеральное учреждение Росдорнии, Росдортехнологии, это тоже федеральное учреждение. Также нашим куратором является управление Каспий, автомобильной дороги, магистрали, управление дорог по Тамбовской области. Контролирующих органов очень много. Все следят за качеством. Осуществляются выездные контрольные мероприятия, проверки, поэтому качество проверяется на должном уровне. Стоимость обновления улицы – 42 миллиона рублей, а гарантийный срок – 4 года. Работы выполняются в соответствии со всеми технологиями и требованиями, в том числе и с теми, которые предъявил миру коронавирус. Ежедневно проверяем температуру рабочих, состояние рабочих, с малейшими признаками ОРВИ отправляем их в медицинские учреждения. Соответственно, защитные маски у каждого и все. Порядком антисептики и все. Ремонт планируют завершить к концу августа. На улице Николая Вирты находятся школы и детские сады. И 1 сентября ребята пойдут уже по свежему асфальту. Дмитрий Сергеев, Михаил Мальцев, Евгений Мещеряков. Область новостей.